пытаться все исправить. Должен быть какой-то способ связаться с Лиот. Убедить их прекратить этот крестовый поход. Оба несли миру добро. Они не могут отбросить все только ради мести Норману. Так, значит, Норман поехал за вакциной. Надо сообщить Юре. Сначала демоны, потом пойду залив в лабораторию. Пора вырубить тех снайперов. Надо прорваться мимо демонов, пока Ли не добрался до противоядия. Мне будет проще, если они разделятся. Лучше вырубить их по-тихому. Демоны врезали Соболю. Ли вышел на тропу войны. Попробуй действовать тихо.
教训。 Паук, уходи немедля. Мои люди справятся. Соболь? Ли разобрался здесь со всеми агентами. Они ни с чем не справятся. Я предупредила тебя, супергерой. Черт, похоже, Соболь выслала подмогу, когда ее люди не вышли на связь. Нам надоело, что ты нападаешь на наших агентов, паук. Так вы думаете, это я убил ваших людей? Это просто смешно! Надо закончить побыстрее и идти внутрь. Соболь дала мне передышку. Мы ведь должны быть в одной команде.
Демоны и соболя нейтрализованы. Последую за Ли. Какая же ты тяжелая! Ты оскорбил моих людей, испортил мое имущество, а мой клиент потерял миллионы. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте? Слушай, ты мне не нравишься, я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Ли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли, но не на два фронта. Договорились? Поможешь мне спасти Нормана, а потом посмотрим. Идет. Ли сошел с ума. Иди за Осборном. Я с ним поговорю. Можно иметь друзей. Все, Ли, хватит бегать. Это конец. Безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал, который создал пир. Придется спускаться. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент. Ты такой же уродец, как Босфор. Мои родители погибли из-за меня. Из-за того, что со мной сделал Босфор. Ваше прошлое — это не все. Оно не должно управлять вами. Я хотел, чтобы они мной гордились. Хотел почтить их наследие. Но для этого нужно призвать Осборна к ответу. Я вам не позволю, Мартин! Ли. Его злоба. Они питают его силы. Единственный образец. Нет! Нет, Мартин! Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их.
это не вернет ваших родителей! Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин! Не дайте мести победить! Боритесь! Настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться. Я не отступлюсь. Боритесь, Мартин! Вы можете спастись! Нет! Осборн должен страдать! Одна могила на двоих! Очень надеюсь.
Моя воля сильнее твоей! Это мы посмотрим. Держись, он почти готов. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? Где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. В пир.
Я хочу говорить с главврачом. Здесь нет никаких врачей. Кто же тут главный? Я обычно. Так. Прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки и стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Жить будет, но нужен покой. Эй, осторожно! Где Мэй? Ее может не стать в любой момент. Куда ты? Надо найти Отто. Вакцина у него. Не знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Задай им, Тигр. Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть, это? Нет. МДЖ прав. Я создал нейронный интерфейс. И я могу его уничтожить. Нужно посмотреть, что есть в лаборатории.